Ви! Мы что, опоздали? У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой зототеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Ви, не спать. Тут еще пендахос. Убери его по-тихому. Новые тела на подходе. Они уже близко. Мясники и бучи. Одна пойдет на имплант для клиники. Есть... Ой, Ви, к нам идут. Выжди момент и убери их. Найдите их и разберитесь. Вы же не хотите подставить цель под обстрел? Или получить пулю в спину? Точно не хотим. Молодчина! И это все? Ищите и обрящите, Каврона! Трусливая штука! Эхос де Пута! Чингада Мадре! Плохо дело! Эй, Ви, пригнись! Я пуля непробиваемый! Как вам такое, Кавронос? Как движения нет. Вы его обнулили. Можно идти. Черт, где эта девица? Ищите, должна быть где-то там.
Господи Боже. Это она. Наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Выглядит она дерьмово. Она лежит в ванне, еще с одним телом. Их кинули, как куски мяса. Соберись, Ви. Если ее спасут, она ничего не вспомнит. Будет маленький шрам в подсознании, и все. Я слышал, те, кто такое пережил, страдают от приступов паники, хотя не знают почему. Пьешь такую холодную воду и раз, руки начинают трястись. Ви, подключись к биомону, проверим, что с ней. Подключаюсь. Сандра Дорсет, NS570442, платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху, Тибак! Это тебе не вип-клиника! Тут ванны со льдом и крюки с топорами! Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Да, есть чип. Сейчас выну. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения – 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси-то. Вынимай ее из этой херни. О, блядь! Она уходит! Ви, что у вас там? Не молчи! Только этого не хватало! Джеки, инжектор! Лови, сэ! Ну, вроде помогло. Фуэрэсэ, выноси ее отсюда! Давай, выноси ее на балкон. Шагов назад. Быстро! ТТ-133 центру. Получили пациентку NS570442. Ввели стимуляторы. Дофамин 70 миллиграммов. Норадреналин 110 миллиграммов. Фибрин 800 миллиграммов. Все, уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Да бери, конечно, Джек. Только сильно не привыкай. Прямо мой спаситель, Ви. Что, может, подбросить тебя домой? Ну, давай. Я все равно устал. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака.
Дай ей знать, что работа сделана. Ви, как все прошло? Клиентка жива-здорова? Конечно, жива и здорова. Мы же на это и договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Мано. Я поведу. Как же круто в Найт-Сити, а? Город как город, только большой. Нет, Мано, это не обычный город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйланд, Адам Смешер. Тут рождаются легенды. Черт, жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Ты как? Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? А, точно, блин. Мне кажется, или... Так я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Тим Гадлви. Не нравится мне это, совсем не нравится. Это они! Их остепута! Дави на газ, Джеки! Давай, Ви, стреляй! Не могу, веди нормально! Держись, Ли! Мерда, пардон! Попались, мрази! Ви! Зайца водителя! Чингаду! Попортил я вид твоей малышки. Прости, Ви. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Черт, они явно решили не мелочиться. Уотсон блокирован, пока не будет дальнейшего движения. Меры безопасности. О, мадам, какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? А что во мне такого особенного? О, у вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, к своей девушке? Ну да. Она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Ладно, проезжайте. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. А
А ты умеешь быть вежливым, когда захочешь. Когда это я был невежлив? Всегда? Я всегда очень вежлив. Резче! А мне сколько еще тут ждать? Ходер, ты глянь, Ви. Тут все серьезно. Блядь, может тут... Стреляй давай! Как-то не похоже на обычный облом. Так потому что это не обычные копы. Это Макс Так, охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так, на один зуб. Все, спектакль окончен. Просто не надо было нарываться. Ладно, увидимся. Передай привет Мисти. Передам. Ай, Луэг. Полиция Найт-Сити просит быть осторожными, используя терминалы. В ходе недавней проверки выяснилось, что многие из них заражены. Эксперты уже подтвердили, что... Добрый вечер, Найт-Сити! Мой первый гость сегодня... Да. Забыла сказать. У знакомого Нетранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Преподобный Колвер. Хвала тебе, небесный наш отец. И наша вторая гостья Карина Ли, ведущая популярного шоу «Чипуйся». Активная сторонница кибернетических имплантов. Ну, как жизнь, красотка? Не жалуюсь, Зиги. Спасибо, что позвал. Итак... Сегодня я хотел бы обсудить с вами самые редкие, пользующиеся спросом имплантов. По-моему, нас наебывают. Так чего ты стесняешься? Надо будет сказать пару слов начальнику. А в чем? Просто... Давай посмотрим. У нас проблем по городу. То есть ты стесняешься? Ебать ты тупой.